Привет. Вот это город. Но нам туда не надо. Вот там вдали деревенька. Тоже нам не по пути. Сегодня наше беговое путешествие лежит совсем в другие поля. Вперед. Честно говоря, такого я никогда не видел. Ну, где-то в новостях читал, что вот в городе проходят всякие соревнования, есть прокат, но так близко очутиться. Да, скорость. Ну вот, из одного шума попадаем в другое. Знаешь, где мы бежим? По полетному полю. И, честно говоря, да, если нам накостыляют, то будут правы, потому что по полетному полю под взлетающими самолетами бегать нельзя. Зато смотри, что здесь. Да, мы попали за периметр. Слева такие мумии самолетов. Раньше они летали. А сейчас они больше напоминают такие игрушки из папье-маше. Давным-давно не летают и не смогут летать. Зато с правой стороны, здесь рядом, буквально можно прикоснуться. Да, в любой момент заходит в них пилот и можно подняться в воздух. Класс! Странно, но, наверное, наглость... Второе счастье. Охранники, наверное, не понимают, что здесь мы с тобой просто так, зеваки. Хотя везде висят, да, угрожающие объявления. Вход запрещен, собаки, ведется видеонаблюдение. Ну да, немножко такого экстримчика. Но, в принципе, я думаю, сильно мы ничего не нарушим. Во всяком случае, смотрим, чтобы не попасть под вертолетные лопасти. Ну, это вообще со скалом с таким. Прям не советский какой-то вертолет. Трасса. Фу, а это мост. Забрались для того, чтобы над кольцевой каким-то образом прорваться. Удивительно, да? Мы же не удалились далеко от города. Я никогда не предполагал, что близко к черте города будут делать вырубку деревьев. А здесь просто нескончаемый штабель свежесрубленных деревьев. Класс, велосипедисты. Ну вот и тишина. Весь шум, гам остался позади. А впереди природа. Это так классно, да? Самое классное в наших пробегах — это все-таки не вот эти всякие шумные картинговые трассы, вертолетные площадки. Самое классное — это природа и пение птиц,
И это голубое небо, да? Смотри. Нашли что? Такой огромный ежевичник. Заросли ежевики, насколько хватает глаз, ходят в лес. Шашлычки. Ты знаешь, уже собирается на дождь, парит, и видишь, какое небо. Так, и что это? Осторожно, клещи. И ворона разрывается. Ну да, с клещами в этом году впервые мы с тобой познакомились. Пришлось идти в поликлинику, где его выковыривали. Фиговая эта вещь. Клещи поджидают свои жертвы, сидя на высокой траве. Они прыгают тебе на ноги. Поэтому, если тебе уже пришлось забраться куда-то в такое место, то когда ты выбрался из высокой травы, ты просто обязан проверить, осмотреть у себя ноги, даже задрать штанины. Ну что, это был бег по лесу. А дальше у нас вот такое симпатичное рапсово поле. Знаешь, просто счастье какое-то. Бежим, эта тропка вьется, 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 петляет, вот так выскакивает и опять с горок, с горы. Да, как-то успокаивает, и такая красота вокруг. Ты ничего не видишь? Да, покажу тебе шорты. Видишь, все в каплях. Сейчас такой идет слабый дождик. Голова вся мокрая. Да, в этот раз кепку я забыл с козырьком. Ну и дурак. В кепке было бы удобнее. Глаза б не заливал дождь. А так-то очень хорошо. Такая прохлада, эти капли по телу, пока не гремит гром, не сверкают молнии, бежать по полю под дождем вполне безопасно, приятно. Нахлобученное небо, ветер и капли дождя. То, что нужно. Смотри, по траве побегал, и вот что у меня на ноге. Не бойся, это не клещ, это паучок какой-то. Да, несмотря на нахлобученное небо, дождь потихоньку стихает. И вообще сегодняшний пробег оказался очень контрастным. Вначале было голубое небо и было очень жарко, а потом вот этот дождь. Вначале было много шума, самолеты и картинги, а потом был лес. И самое главное, этот пробег по полевой дороге под этими пышными тучами, этот ветер, эти поля. Классные наши пробеги, и то, что контрастные эти вещи встречаются, это самое лучшее. Ну вот и все на сегодня. Живи ярко. До следующего пробега. Пока-пока-пока.